Всем привет, это распаковка для портала «Игры и игрушки», и сегодня мы с вами будем открывать вот такие детские мягкие пазлы от производителя «Ракета». Давайте откроем пакетики и ознакомимся с ними подробнее. Начнем мы вот с такого самолетика. Наши пазлы находятся в прозрачном пакетике, их сразу видно, и перед покупкой можно их подробно рассмотреть. Это у нас вот такой самолетик. Материал здесь вспененный, мягкий, никаких острых углов здесь нету. Тактильно очень приятный и теплый материал. И давайте разберем наш самолетик на части. Детальки хорошо вытаскиваются. Смотрите, у нас тут такая получается рамка-вкладыш. И давайте соберем теперь самолетик. Такие пазлы очень полезны деткам для развития моторики пальчиков. Просовываем детальку и пальчиками их туда засовываем. Вот такая красота у нас получилась. Давайте теперь посмотрим остальные два пазла. Вот мы и собрали все три пазла. Самый легкий был самолет, потом жираф, и самое сложное из всех это обезьянка. Здесь больше всего мелких деталей, поэтому в ней очень хорошо тренируются пальчики. Просунуть такие маленькие детальки, дырочки. Вот такие замечательные мягкие пазлы от производителя «Ракета». Если вам понравилось, то ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал «Игры и игрушки». И всем пока!